Мусульмане отметили один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. Этот праздник – жертвоприношение, исламский праздник окончания хаджа. Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-Байрам. Хочу поздравить всех мусульман города Стерлитамака с праздником, с этим великим праздником Курбан-Байрам. Чтобы Аллах принял их добрые дела, принял их поступки. И чтобы Аллах вел их в райские сады и простил их грехи.